Окунуться в ледяную прорубь. В Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Массовые купания в Заполярье будут организованы в специально оборудованных местах. По области их будет всего 15. В Мурманске это традиционно Семеновское озеро. Крещение – один из самых древних праздников христианской церкви. По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых прорубях, обычно в форме креста. Такая прорубь называется Иорданью, в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В крещенскую ночь на водоемах Заполярья, где будет организовано массовое купание, будут дежурить представители всех тревожных служб.